Президент Садыр Жапаров, Хомтургулт компания жау акционерді қомының филиалы оған чүй облысын Токмок шарында ұнады өңгіліктерін қайра іштетуші завод қабарды. Заводын жетекчілігі мемлекет башчысына ішқананын тесттік режимді толық ішке кіргізу ұшыл жылдың аяғына пландаштырылып жатқандығын айтты. Толық өндірісті қуаттылық ашығы менен завод сатына 2 тоннаға чейін автомобильді өңгіліктерін қайра іштет алады. Жылына мұрда атайын техниканың арғандай түрлеріне қолданылған 2000-ге чейін ири габаритті жана 8000-ге чейінке орто жеңіл габаритті ұнады өңгіліктерін қалуына келтіре алады. Президент Садыр Жапаров заводтун иши менен таанышып чыгып, таштандылардын көлөмүн азайтып, айлана чөйрөгө тийгизген терс таасирин азайтып, жумуш орундарын түзгөн бул долбоордун маанилүүлүгүн белгиледи. Сейчас на футбол какой заход? Футбольные поля, тройка в основном идет, вот это. Но ее самая большая производительность. Брусчатка вот из вот такого из текстиля делается. Путем нагревания и прессования получается вот такая брусчатка. На тайм газер много пойду. За сколько месяцев больше стоит, да, на солнце? Два года на солнце стоит. Два года на солнце стоит. Боязнь была, что ультрафиолет может повредить. Два года стоит, и она как бы неизменная состояние. Да, также вот образцы металла из именно из вот этого корня мы экспериментально вылили. А вот металлические изделия лежат. Ну, соответственно, вот рисунки, какие можно восстанавливать. Ну, для карьерной техники, для поднятия по перевалам зимняя резина, которую зацепить не надо одевать. Пунктор вот данный рисунок использует, он себя положительно показал. Как вот видите, год отнесли. Ну и вот изделия, что из резиновой крошки можно делать. Вот пунктор в свое время канадцы покупали где-то. Паспорт, из резиновой крошки.